Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как создавалась эта картина. В интернете я нашла вот такую старую фотографию 1980 года. Это село Шурма Кировской области. И мне захотелось воссоздать его в картине, в цвете. Получилось или нет, судить тем людям, которые знают эту местность. Мне, конечно, кажется, что не все крыши домиков по цветам я смогла угадать, так как в 1980 году я была очень маленькой девочкой и не все так четко помню. Смотрите поэтапное создание этой картины. Приятного просмотра! Сейчас мы с вами поговорим о том, как перенести изображение с маленького листочка на большой. У нас масштаб маленького листочка 29 сантиметров 6 миллиметров на 21 сантиметр, а лист большой у нас получается 50 сантиметров на 70. Я разлиновала, вы видите, клеточки все, и листочек разлиновала. У меня получился масштаб 4 на 4 сантиметра одной клеточки здесь и 10 на 10 клеточка на большом листе. Теперь каждую клеточку я буду прорисовывать, с маленькой переносить на большую. И у нас этот рисунок, перейдя на большой лист, увеличится в размерах. Вот таким образом я перенесу рисунок с маленького листочка на большой.
Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики и ждите следующие видеоролики о картинах. Всем пока-пока!